יופי, אז שלום, אנחנו שמחים להיות איתכם, אני איתן שישקוף, וזה סשה קופנטר. שלום, מרדי ביץ סוואמי, את איתן שישקוף, את סשה קופנטר. ואנחנו מדברים על ספירת העומר וגם חג שבועות. Мы говорим об исчислении снопов и праздник Шавуот. שאנחנו באמצע ספירת העומר עכשיו בישראל. Сейчас в Израиле мы находимся в период исчисления снопов. אבל אפילו שאתם תסתכלו עלינו אחרי החג, לא משנה, יש משמעות בזה. Но даже если вы будете нас смотреть даже после этого праздника, в этом все равно есть смысл. ודיברנו על המושג של שגרה. Мы говорили о понятии рутины ежедневной. О кецев шел хаим. Жизненных ежедневных обязанностей. Что мы живем согласно часов, согласно календаря. Элохим нотен лану гам эта шигра, авал гам спонтаниот. Бог дает нам также и рутинное повседневное переживание, также и спонтанное. Безрат Ашем, זה מה שאנחנו מנסים להביא לכם היום. И это то, что мы хотим передать вам сегодня. אז כשדיברנו פעם האחרונה, היינו ממול הר סיני. Последний раз мы остановились на том, что мы находимся перед горой Синай. ואמרנו שכפי המסורת שלנו, שזה מאוד, מאוד חזקה, Моше קיבל את התורה בחג שבועות. И по традиции, с которой есть серьезное основание, Моисей получил Тору именно в этот день. Саша, זה הרבה חומר. אני לא בטוח שהוא קיבל את זה תוך יום אחד. Саша, тут много материала. Я не уверен, что он все это получил в один день. כל החומש, זה הרבה. Все, пяти книжи, это слишком много. אבל בסדר, אנחנו לא מתווכים עם פרטים. Ну хорошо, мы не ссоримся на подробностях. אבל נפלא שבזמן שבועות, בבתי כנסת, אנחנו קוראים את הספר של רות. Но интересно, что в этот праздник во всех синагогах читают книгу Руфь. למה דווקא רות? А почему именно Руфь? אנחנו יודעים שהספר של רות בזמן קציר. Мы знаем, что события книги Руф происходят во время жатвы. שזה מאוד מתייחס לשבועות, כי שבועות גם חג קציר. Относится к этому, потому что שבועות это праздник также и жатвы. אבל אנחנו רוצים לפתוח עוד זווית. Но мы хотим открыть еще один угол зрения. מי הייתה רות? Кто она такая была, Руфь? Она не родилась как еврейка. Она не родилась как еврейка. И айта ме Моав. Она была моавитянка. Вбли лахзор кола сипур. Без того, чтобы обращаться во всю эту историю, пересказывать. Ахре ше баала, вгам аба шел баала, мату аз хи... חזרה יחד עם נעמי לישראל. После смерти ее мужа и смерти ее тестя вместе с Ноэминь она вернулась в Израиль. אז יש לנו פה רמז מאוד חזק. И здесь у нас есть очень серьезный намек. על העובדה שאלוהים לא שכח את הגויים. Тот факт, что Бог не забыл неевреев. ובעצם התוכנית שלו כוללת את הגויים. Его план включает в себя неевреев. ולכן יש לנו הקבלה חזקה, קשר חזק עם ספר מעשי השליחים. И у нас здесь есть очень сильная связь с книгой Деяний. שאנחנו זוכרים שמעשי השליחים התחיל בפרק ב' עם חג שבועות. Что книга Деяний, она начинается с праздника Пятидесятницы, Шавуот. אז הנה, כל הדברים ביחד. И все эти вещи вместе. שאנחנו חוגגים את העובדה שאלוהים נתן לנו את התורה, דבר אדוני. Мы празднуем то, что Бог дал нам Тору. שהוא שלח את רוחו. Он послал свой дух. שתכף אנחנו קוראים את הפסוקים האלה. И об этом мы будем читать несколько чуть позже. ושהוא רצה להביא את הגויים לתוך מלכותו. И он хочет принести неевреев в свое царство. אז אלה נושאים מדהימים ביחד.
И это потрясающие темы, которые сходятся в одну точку. И мы видим, как Бог является изобретателем, организатором жатвы. Это часть моей личной истории и свидетельства. В конце 60-х мы с женой сбежали из города. И мы думали, что решение всех проблем этого мира в фермерском ведении хозяйства. Но мы приехали из Филадельфии, Лос-Анджелес. Что мы знали о сельском хозяйстве? И у нас взяло несколько лет, чтобы этому научиться. И мы не стали профессионалами. Но в конце у нас была жатва. И во время жатвы это было очень благословенное время. Мне очень понравилась жатва. Когда мы принесли домой все фрукты, все овощи. И тогда мы кушали так, как мы не кушали ни в какой другой сезон. Была улыбка на все 32. אז אני מתייחס לספר רות וחג שבועות מהניסיון שלי. И я отношусь к книге Руф со своей точки зрения, своего опыта. זה לוקח הרבה עבודה להגיע לקציר. И это берет очень много работы дойти до жатвы. אבל אני משוכנע שאלוהים עצמו ку имци это мусаг шел кацир. Но я знаю, что Бог сам является автором понятия жатва. Или махшева нефоца. Распространенное мнение. Абьяншим медабрим алзе. Люди об этом часто говорят. Шаяом анахну мецапим тоцаот миадот. Сейчас мы ожидаем быстрых результатов. Есть банкомат, где мы вытаскиваем наличку. Есть Макдональдс, где быстро получаем свой гамбургер. Все, что хочешь, ты можешь это получить очень быстро. Кроме самых лучших вещей в нашей жизни. Аз еш безе машу лехакот лекацир. Есть что-то в том, чтобы ожидать жатву. И мне кажется, что в этом есть послание для нас. Бог хочет научить нас, как ожидать. И что делать в это время? בעצם אנחנו רואים את זה במעשה השליחים. И мы видим это в книге Деяний. הם התפללו ביחד. Они молились вместе. ולא במקרה, זה היה בזמן ספירת העומר. И не случайно это было время ожидания Шавуот. Исчисление 49 дней между Песах и Шавуот. ואני רוצה לדבר קצת על המושג של הקציר, לפני שנקרא. Я хочу сейчас поговорить о понятии жатвы. לדוגמה, בבשורת מתי. Например, в Евангелии от Матфея. בפרק 9 ופסוק 36. 9:36. בעצם זה מאוד מתייחס לחוויה של אישית. И это очень сильно соотносится с моим личным переживанием. Саша, יום אחד הייתי בשדה והתחלתי לקרוא את הפסוקים האלה. Однажды я был в поле и читал вот эти стихи. ואני קראתי כראותו את ההמונים נתמלא רחמים עליהם. שכן היו יגעים ונדחים כצון אשר אין להם רואה. Матфея 9:36. Когда Иешуа увидел толпы людей, ему стало жалко их. Они были изнурены и беспомощны, как овцы без пастуха. אמר אל תלמידיו, הקציר רב, אבל הפועלים מעטים. לכן התפללו אל אדון הקציר שישלח פועלים לקצירו. Тогда говорит Иешуа своим ученикам: «Велика жатва, а работников мало.
Так просите хозяина жатвы, пусть пришлет еще работников на жатву. И в ту секунду, когда я кончил читать этот стих, я подумал, секундочку, Бог не говорит о физической жатве. Но я был в поле. Я был на наших конюшнях. Я посмотрел издалека и увидел наш огород. Но Бог начал говорить к моему сердцу. Что-то наподобие этого. Итан, я призываю тебя к другой жатве. Ты понимаешь, что такое жатва? И сейчас я хочу посмотреть на жатву этого мира. Иешуа אמר במקום אחר, תסתכלו מסביבכם. В другом месте Иешуа сказал, посмотрите вокруг себя. הקציר כבר לבן. Жатва уже белая. לבן זה לא בדיוק הצבע המילולי של הקציר. Белое это не совсем тот цвет, который... אוקיי, כזה קרם, זה משהו כזה... Это немножко такой кремовый. כן, חום קל. Слегка коричневатый. בהיר. אבל... אני תפסתי איך שישוע רואה את העולם. Но я вижу ту картину, как Иешуа смотрит ולכן, на этот זה мир. Мод, זה מאוד מתייחס לשבועות. И это очень сильно соотносится זה מתייחס с השבועות. לחג הקציר, כמו שהוא אמר לישראל בספר שמות. Это очень соотносится с описанием праздника жатвы, который Бог сказал Израилю. בנוסף לכך, ישוע אמר... שהקציר הוא קץ העולם. В дополнение к этому Иешуа сказал, что жатва есть кончина мира. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה. Ну так нам надо подумать об этом. כי לא משנה באיזה תיאולוגיה אתם, אבל אנחנו מתקרבים לסוף העולם. Ну, неважно, в какой у вас, какой вы теологии придерживаетесь, но мы приближаемся к концу мира. Так в чем акцент здесь? Мне кажется, что здесь ударение, оно связано с Шавуотом. Что Бог дал нам глаза и сердце видеть жатву. И молиться, как он здесь сказал. Молитесь, чтобы Бог дал еще работников на жатву. И тогда я начал молиться. Сколько лет назад это было? Больше, чем 40 лет назад. 70-х. מיד הרגשתי שאלוהים אמר זה אתה. И сразу я почувствовал, что Бог говорит, это ты. אתה מתפלל שאני אשלח אותך. Ты молишься, чтобы я послал тебя. אמרתי, אוקיי. Я сказал, хорошо. אם אתה רוצה שאני אצא מהשדה, מהקציר הזה של חקלאות קומונלית, если ты хочешь, чтобы я вышел из вот этой жатвы сельскохозяйственной, אני שייך לך. Я принадлежу тебе. אני רוצה לעשות את רצונך. Я хочу сделать твое желание. אני מקווה שזה מדבר אל מישהו היום. Я надеюсь, что это говорит кому-то сегодня. אנחנו לא פה כדי לעשות את החקלאות שלנו. Мы здесь не для того, чтобы сделать наш огород. אלא החקלאות שלו. Но его огород. אדון הקציר. Господин Ажат. טוב, אז בוא נלך לספר מעשי השליחים. Так перепрыгнем в книгу Деяний. Ки акешер бен шавот левен маасе ашлихим зе бару. Потому что связь между праздником Шавуот и книгой Деяний очень прозрачна. Ине апсуким амашмутим. Вот они. Псуким аришоним бепарек бет. Первые же стихи во второй главе. Биом леот шиват хашвуот хаю кулам яхдав. Питом היה קול מן השמיים, כקול משב רוח עזה, והוא מילא את כל הבית אשר ישבו בו. אז הופיעו לנגד עיניהם לשנות כלהבות אש, שהתפזרו ונחו אחד על אחד, על כל אחד מהם, וכולם
נמלאו רוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות כפי שנתנה להם הרוח לדבר. Книга Деяний, 2 глава, с 1 стиха. Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе. И вдруг с неба раздался шум, как от прорыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. Вау! Ух ты! אז ברור שאלוהים בוחר מועדים. Ясное дело, что Бог выбрал какие-то специфические периоды в году. בשידור מוקדם יותר אנחנו קראנו מבראשית פרק א' פסוק 14. В прошлых выпусках мы говорили о Бытие 1:14. שאלוהים שם בשמיים את הכוכבים ועולמים כדי לקבוע מועדים. Что Бог поместил солнце, луну, звезды для того, чтобы удостоверять, показывать, когда происходят эти специфические дни. Что такое? Моэд – это зман специфи ласот машу специфи. Сезон. Это специфическое время для того, чтобы сделать что-то специальное. Ве, они рое, что нахну хайвим лавсик, авал атхил от меят от шиду. И я вижу, что нам уже время заканчивать, но вскоре мы начнем следующую программу. Бабакаша, тахзору алейну. Пожалуйста, продолжайте с нами. Нахну лавим этхэм. Мы любим вас. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам в вашей вере, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Donate», «Пожертвовать», и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Oasis Media.